Ассаламу алейкум, с вами Султан Аскеров. Сегодня у меня такое хорошее настроение, потому что вечером я сам, в общем, сделал свой испорченный шлейф. Я нашел еще один метод, как можно это сделать. Не еще один, а один из этих методов. Но я знаю только один метод, конечно. Я в ролике выкладываю это, как нужно делать, потому что этот шлейф трудно найти. Как я говорил, я не мог его найти. Сейчас я вам покажу, как он заработал. В общем, все работает. Вот я вставляю ключ. Вставил ключ в замок. Вот монитор. Так, вот монитор. Сейчас должен он открыться. Сейчас должен открыться. Вот открывается. Ну и, конечно же, песня, да? Вот. Вот он работает, в общем. Вот здесь все можно выбирать. Так, сейчас заново. Эй, девушка, выключим. А что ты молчишь, я не понял. В общем, пацаны, если захочешь, можно все сделать. Это маленький такой ролик был. То, что как бы сказать. Если есть желание, можно всего добиться, можно все сделать. При желании, конечно, я очень мучился долго. И вот, наконец-то, нашел, как можно сделать шлейф. В одном из роликов я это выкладу. С вами был Султан Аскеров. Саламу алейкум.